Друзья, всем привет! Сергеев Максим, компания «Прокатись.ру». Сегодня мы находимся в окрестностях Санкт-Петербурга. Местечко называется «Мир маяков». В местной марине проходит мероприятие, выставка, тест-драйв лодок РИП, надувных лодок. Сейчас мы покажем общий обзор, какие представители представлены здесь. На некоторых покатаемся и покажем некоторые лодки более детально. Погнали! Так, ну и начнем наш обзорчик по лодкам РИП. Начинает его эта лодка Винбот. Вот это знаменитый его разборный РИП слева стоит. Следующая у нас лодка — это Райдер Марин. Здесь сразу видно, что это алюминиевый РИП. Консоль также алюминиевая. Эргономично, мощно. Райдер Марин 559D. Также алюминиевый РИП. Но выглядит мощно. Дальше увидим лодки Скат НДНД. Как всегда, веселая расцветка. Далее представитель Force Marine, лодки Навигатор. Вижу, что представлено три модели: 400, 420 и 520. Чуть попозже более детально посмотрим все эти модели. Пятьсот двадцатый навигатор, новый цвет, зеленый. Следом идет лодки Skylark. Модели представлены здесь обширно. Несколько моделей. Сейчас, правда, некоторые лодки ушли, катают людей. Лодки Fortis представлены тоже в разных размерах. На всех мы постараемся покататься, походить. Далее модели Катана 740. Здесь стоят сразу две лодки, но, судя по купе, просто в разной комплектации. Как видно, рундуки можно переносить вдоль всего кокпита. Вот здесь двойной рундук даже. Ну, такая рыбацкая, широкая, большая лодка. Ну, две интересные лодочки. Они также ревербот. Правда, еще пока без названия. No name. Здесь мощная тарга. Также ревербот. А какой размер этой лодки? Это сзади. Размер лодки? Это 570. 570. И всего лишь на полтиннике. Вот еще одна интересная модель подошла сейчас. Катали людей. Это также лодки Skylark. Посмотрите на консоль. Ее называют рюмочка. В принципе, что дает такая форма? Она может перемещаться от баллона к баллону. На левую сторону поставить, на правую. Здесь сделана центральная.
Ну, как сказал представитель данных лодок, здесь установлен бак на 100 литров. Ну и эргономика консоли здесь, конечно, симпатичная, как шлем у железного человека. Лодка «Торнадо» сделана из ПНД, надувные баллоны, выглядит мощно. Внутри большой кокпит и мотор всего лишь 30 лошадиных сил. Также пройдемся на этой лодке, оставим свои впечатления. Еще одна модель, я первый раз такую вижу, от Винбота также. Я последний раз такие лодки в Египте видел с прозрачным дном. Полностью складной, транец убирается, под 9,8 идет очень даже бодро. Повторюсь, полностью складывается, его можно в сумке перевозить. Лодки здесь представлены не только на воде, часть экспозиции представлена на суше. Здесь большой шатер, тоже представлены надувные лодки фирмы «Орка». Лодок действительно представлено много, разной комплектации, разной компоновки, размеров, алюминиевые, ПНД, стеклопластик, разборные рибы. Там многие модели понравились, на всех выдалась огромная такая возможность мне их всех протестировать и посмотреть, сравнить скоростные характеристики, мореходные, погода позволяет, так что мы пойдем тест-драйвить, кататься. Забыл совсем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за нашими видео, а теперь точно пока.